Не знаю, как делать правильно. Буду говорить, как делал я. Если что, меня граждане поправят. Значит, сиденье, бак, тут все понятно. Дальше кисточкой пылесосом очистил всю грязь, которая может свалиться внутрь башки. После очистки клапанной крышки отсоединяем все лишнее, что нам будет мешать. Шланчики, значит, высоковольтный провод. Дальше снимаем вот эту хрень, поддержка бака. Все это будет мешать снять клапанную крышку. Отвернули болты клапанной крышки, вынимаем болты. И тут аккуратнее, здесь такие резиночки будут, они могут случайно потеряться. Теперь снимаем клапанную крышку. Я вот эти проводку левую сторону я сильно оттягивал на себя, иначе очень сложно вынуть. И потихонечку вот так вот ее вынимал. Откручиваем свечу, вынимаем и вставляем туда очень длинную отвертку внутрь. Сейчас будем ловить верхнюю мертвую точку. Отвертка нужна для подстраховки. Откручиваем с правой стороны вот эту вот хрень под шестигранник. Аккуратнее, если масло лишка, будет немножко вылиться масло. Вставляем в отверстие шестигранник, прокручиваем по часовой стрелке и ищем верхнюю мертвую точку. Как отвертка у нас выскочит, и метка появится, вот здесь метка. Не знаю, будет видно, нет. Вот там меточка такая, совмещаем с этой галочкой. Если мы все выставили правильно, кулачки распредвала у нас будут смотреть в сторону глушителя. С этой стороны будет еще одна метка, но совместить ее будет не очень просто, потому что вторую метку просто не видно. Ее тупо не видно. Все остальные действия проводим в верхней мертвой точке, чтобы всегда у нас была верхняя мертвая точка. Когда будем ставить распредвал, это нам облегчит работу. Когда мы нашли верхнюю мертвую точку, можно замерить клапана. Берем щупы и суем под клапан выпускной и вот сюда под впускной. У меня зазоры все в норме, но откровенно один клапан стучит. Не знаю, почему такое. Чтобы снять звездочку распредвала с цепью, нам нужно ослабить цепь ГРМ. Вот этот механизм, натяжитель ГРМ. Вкручиваем вот здесь болтик центральный. И по идее, чтобы ослабить цепь, нам нужен специальный съемник хондовский. Ну, естественно, его ни у кого нет, так что натяжитель ГРМ просто может тупо снять, как он есть. Значит, крутили болты, вынимаем натяжитель. Вот он, вот такой вот хреновенько. Как его ставить обратно, подсказали на форуме. Здесь есть паз внутри под тоненькую отверточку. Суем туда отверточку и взводим его. Крутим по часовой стрелке. И натяжитель убирается. Вот в такой вот манере его ставим назад, закручиваем болты и только потом отпускаем отвертку. И он автоматически натягивает цепь, и вот обратно он не убирается. Дальше я снимал звездочку с предвала и цепь ГРМ. Звездочку крепит два болтика под шестигранник. Первый ближе к правильной метке, второй дальше, там его не видно. Сейчас двигатель находится в верхней мертвой точке. И чтобы не путаться при установке, я прокручивал двигатель, чтобы сначала открутить второй дальний болтик, возвращал назад и потом откручивал первый болтик. И в таком варианте у меня двигатель оставался в той же верхней мертвой точке, и при установке у меня меньше было геморроя обратно все ставить. Чтобы сорвать болт звездочки распредвала, нужно зафиксировать звезду. Можно взять просто отверточку, сунуть в ближайшую дырку и зафиксировать абраму. Хлоп, все открутили. Выкручивая полностью болты, нужно быть очень аккуратно, придерживать пальчиком
Иначе болтик может провалиться внутрь двигателя. Снимая звездочку с распредвала, нужно быть тоже пипец аккуратным, чтобы цепь внутрь не провалилась двигателя. Вот, сняли звездочку. Берем ту же отвертку, суем в цепь и фиксируем где-нибудь там у двигателя. В башки туда, засовываем ее. Открутили болты, крепящие постель распредвала. Вытаскиваем. 4 штуки. 2 поменьше, 2 побольше. Побольше стоят, подлиннее стоят, которые ближе к вилке. Теперь аккуратненько снимаем распредвал с постелью. Очень аккуратненько и внимательно, потому что к донышку стаканчиков прилипают шайбочки. И во время переноски они могут упасть. Либо стаканчики могут упасть. Еще один момент. В постели распредвала есть такие направляющие. Они тоже могут вылететь и упасть. Что надо аккуратнее. Переворачиваем. И вот они, стаканчики, вытаскиваются. И внутри вот там вот прилипли шайбочки. Главное, не забудьте, какой откуда и какая шайбочка, а где стояла. Шайбочки лучше вынуть и записать на них цифру, которая соответствует каждому клапану. Шайбочки могут быть разные у каждого клапана. Это в дальнейшем упростит задачу регулировки клапанов и заказе новых шайб. Я их вообще во время ремонта ставил на место обратно, чтобы они мне не мешались. Ставим звездочку обратно и проверяем работу центробежного механизма. Звездочку по-другому поставить нельзя, то есть она ставится только в одном положении. Не буду объяснять, как работает декомпрессор, центробежный механизм, шпенек и так далее. Сколько там я дней мучился, сколько тестов и всяких вариантов я проводил. Вот это итоговый конечный вариант, при котором мотоцикл уверенно заводится при плюс 5 градусов со стартера. Значит, что я сделал? Я наварил на кулачок декомпрессора сварки, дважды наваривал, чтобы увеличить его массу, чтобы при небольших оборотах двигателя центробежная сила была больше, чтобы он сразу же отодвигал. И ослаблял пружину до той степени, чтобы когда кулачок был внизу, его отодвинуть, и чтобы он едва-едва возвращался на свое место. Но возвращался. Вот в данном варианте все работает отлично. Дальше сам шпенек я стачивал трижды. И где-то с миллиметра я уменьшил до 0,5-0,6, вот так вот. Насчет пружины. Не нужно ее ослаблять путем укорачивания целыми витками. Достаточно отпилить всего пол виточка и сделать, чтобы лапка пружины, которая зацепляется за кулачок, находилась на уровне самого кулачка. Она, естественно, его отодвигать не будет, но после этого потихонечку, постепенно откусывать чуть-чуть кусочек, опять загнуть, попробовать.
Вот так будет гораздо лучше. И пружина сохранит свои свойства пружинчатые. И будет слабее, чем вы опустите там два витка сразу же. Убедитесь, что сам вот этот вал декомпрессора ходит без заеданий. У меня он ходил немножко с заеданиями. Я его вынул, взял шкурочку 2000-ю и легонца так его подтер. Также шпинек у меня сам вынулся первый раз только с помощью пассатижей. И вот там что-то заедало. Сейчас он легко вылетает просто. Стачивал я его в несколько этапов. Сначала стачивал, завернул в дрель, в патрон, стачивал на наждаке. И в это время дрель тоже работала. Потом тремя видами шкурки. 150-й, 600-й и 2000-я. 2000-я это конечный результат, чтобы он был гладенький вообще, как этот, полированный просто. Чтобы задиры не влияли на ресурс там других деталюшек. Длину шпенька обычным штангелем довольно-таки сложно контролировать. Для пущей уверенности я вот специально съездил, купил цифровой штангель. Он показывает до сотых. И показания бывают разные в сотых долях. А так в десятых в основном все верно. Новая длина шпенька у меня получилась. Это 11 мм 10 сотых. Вот так вот примерно. При установке распредвала обратно на голову, нужно убедиться, что в резьбовые каналы не попало масло. Вот у меня постоянно при снятии масло попадало вот в левый канал резьбовой. То есть при закручивании масло там будет как запрессовываться. Я брал тонкую отверочку, тряпочку и промакивал это масло, чтобы его там не было. При установке распредвала обратно, болты я обезжиривал и вот на синий герметик посажу. Так как при первом откручивании на них виднелся китайский стеклянный герметик. Вот даже вот здесь его немного видно. И также на болтах звездочки тоже виднелся синий стеклянный герметик. Установили распредвал на место. Напомню, что когда мы снимали, вот двигатель был в верхней мертвой точке. И устанавливаем так, чтобы кулачки распредвала смотрели в сторону глушителя, то есть назад. Это облегчит нам установку звезды и контролирование метки. Распредвал установили, болты затянули. Двигатель находится в верхней мертвой точке. И вот сейчас будет самый геморрой. Нужно будет умудриться посадить звезду на вал декомпрессора на свое место и еще совместить метки. Ну вот я попал, дырки под болты совпали, я наживил один болтик. Сейчас нужно проверить, совпали ли все метки. Проверяем метки. Смотрим в картер справа. Видим точечку. Точка должна совмещена с галочкой на отливе корпуса. Подходим к звезде. Правильная метка должна смотреть у нас на 90 градусов на радиатор. Но я штангелем замерил, когда снимал. У меня получилось 3 сантиметра 3 миллиметра. Далее проворачиваем коленвал еще на один оборот. Опять выставили точечку и галочку. Подходим опять к звезде. Сейчас будет неправильная метка. Но эта неправильная метка должна совмещаться с галочкой, которая на отливе распредвала. То есть ее уже в дырку будет видно. Это означает, что все метки выставлены правильно. Значит, цепь установили.
звездочку затянули, вставляем натяжитель ГРМ, вставляем его внутрь двигателя так, как он есть, наживляем болтики, болтики наживили, дальше берем отверочку, вставляем внутрь, крутим по часовой стрелке, затаскиваем его, упираем его до конца и затягиваем болтики, дальше отверочку отпускаем. Все, цепь натянулась автоматически. В дальнейшей сборке ничего сложного. Собираем все, подключаем, заводим мотоцикл. Если мотоцикл завелся, значит вы все правильно сделали. Если мотоцикл не завелся, нужно почувствовать, что нужно дальше делать. Либо еще стачивать шпенек, либо ослаблять пружину. Значит, разбираем все обратно, либо стачиваем, либо укорачиваем пружину. Вот мотоцикл заводится уверенно, даже при плюс 5 градусов, со стартера без проблем. Скика холодная, конечно, не так хорошо заводится, но раньше он заводился со штатного аккумулятора только при плюс 20 градусов. Если ниже, даже плюс 15, приходилось греть термопушками, либо подключать второй аккумулятор, либо еще что-то. То есть данное лечение декомпрессора нужно делать сразу же на новом мотоцикле. Прямо в магазине купили и прямо вот это вот делать. Вот я даже вижу, что шайб... Блядь. Вот так вот нахуй.